Так должен выглядеть правильный сервис. И недорогой. Правильный сервис должен быть расположен удобно. В правильном сервисе вам должно быть чем заняться. И правильный сервис должен быть рядом с транспортной развязкой. Автосервис «Фаворит», центра «Фаворит», располагается как раз там, где нужно. То есть это АЗС «Шурави». Вы здесь реально экономите. Ну, понятно, да? Масла дешевые. Скидки на проведение работ, если вы покупаете здесь же масла. Замена масла 100 рублей. Ну, а если ваша машинка повисла на 3-4 часа, если на меньше, вы можете здесь погулять. Поверьте, есть что посмотреть и о чем задуматься. Если же торопитесь куда-то, то нету смысла вызывать вообще такси. Потому что вот здесь, прямо на Круговом, в сторону озера Соленое, здесь постоянно стоят маршрутные такси. То есть уехали, спокойненько сели, точно в пустую машину, и также приехали за своим автомобилем. То есть еще и на такси сэкономили дополнительно порядка 100 рублей. Давайте разложим по пунктам. Сервисов в городе много. Я бы даже сказал, более чем предостаточно. И вопрос. Сколько человек умеет крутить гайки, а не тупо менять масла? Мало того, экспресс-сервисы – это, по сути, магазины, где продается масло, только в отличие от пивных разливаек, там вам его на месте запихивают. И все это с солидной наценкой. И под выдумкой – бесплатная замена масла. Но ничего бесплатного не бывает. Если брать разницу между ценами масла «Фаворит» и там, то, зная о том, что здесь замена масла стоит всего 100 рублей, на «Дельту» можно было бы здесь год обслуживаться, если бы не больше. Вопрос номер два. А как с более серьезными вещами? Замена шаровой, например. Что, от вас отмазались и послали? Правильно. Когда работают люди низкоквалифицированные, они уже и не повара, и не учителя, да и разнорабочие так себе. И для них это проблема. Для «Фаворита» нет. И опять же, здесь дешевле, потому что есть весь перечень запчастей на отечественные авто и все фильтра на иномарки. Ну и оборудование, естественно, самое современное. Ну понятно, любители отечественных автомобилей «Фаворит» любят. Здесь самые дешевые расходные жидкости, естественно, самые дешевые запчасти. Это все правильно, но в городе Магнитогорске 50% иномарок. А у иномарок есть, ну скажем так, гидроусилители руля. У всех, естественно. Вот. Есть автоматические коробки и много чего другое, где необходимо, ну, не только руками работать. Есть еще и техника специальная. Есть она у вас? У нас есть вся техника, все стенды по замене всех тех жидкостей. То есть начиная от охлаждающей жидкости и заканчивая коробкой автомата. То есть по замене ГУРа, гидравлического усилителя руля, жидкости есть стенд. По замене тормозной жидкости, по замене охлаждающей жидкости. Есть также стенды по промывке инжекторов, как бензиновых, так и дизельных. То есть, в принципе, в наличии все мы можем заменить. Я недельку назад вам позвонил, узнал, что стойки на иномарку, ну, на Ford Taurus, поменять у вас 900 рублей штука. То есть иномарки для вас не проблема? Нет, проблем нет никаких. Все есть приспособления, съемники, ключи, так что поменять... Не вопрос. Ну и еще ассортимент масел. Дело в том, что вы можете предложить как оригинальные масла, ну, дорогие, да, так и не менее качественные, но другой ценовой категории. То есть обслуживание иномарки станет таким же доступным? Да, будет. Ну, масла у нас есть все, как оригинальные, так и наши лукойловские. И в принципе по себестоимости масла и по работам у нас очень лояльные цены. Мы стараемся как бы завлечь клиентов. Лукойловские масла. Вы всю эту суровую зиму проработали. Были ли нарекания? Ни разу. Всю зиму вот отработали. Еще никто не возвращался, никто не жаловался. Автомобиль на газовом оборудовании, значит, вы умеете деньги считать? Да, конечно. Умею. Как бы. Вы, наверное, обратили внимание, что поднявшись на второй там этаж, ну или через этот, цены здесь на масла какие-то нормальные, такие доступные? Ну, как бы... По сравнению с другими дилерами, как бы нормально. И скидочки тут есть, все есть. Увидел цену и решил здесь все сделать. Да, да. Все правильно. Как то есть всем садоводам, которые здесь есть, рекомендация «Фаворит» заехать? Да, заедьте в «Фаворит» и все вам сделают. У вас вот девятка, я смотрю, да? Да. То есть отечественный автомобиль имеет ряд своих преимуществ. То есть его можно сделать буквально всегда.
Да. Что вы здесь сейчас делаете? Прокладки под коллектором меняю. А прокладки купили где? Здесь. То есть теперь вот появился центр, где получается можно все купить и здесь же поставить? Да. А как вы сюда приехали? Расскажите. Вашу передачу увидел. То есть реклама-то работает? Да. Это, конечно, приятно, что реклама работает. То есть, ну, нас смотрят. И не только по интернету, но еще и в городе. Хотя мне тут звонили и говорили, что телевидение все. Я говорю, ну ладно. Это может быть у вас все. У нас телевидение это реально все. То есть это реальный инструмент объяснения вам доступной и полезной информации. Но мы должны за свои слова отвечать. И проверять. И прежде чем подписать договор о долговременном сотрудничестве с центром «Фаворит», я все-таки посмотрел и сказал, что да, у этого центра будущее. Потому что демократичные цены, правильные цены, и они вас реально не напрягают. Теперь не напрягает и сервис.